Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 6, упражнение номер 6. Прочитайте. Зелень травы, зеленая листва зеленеют весной. Грустное настроение, грусть глаза, грустно смотрит, грустить о родине. Звонко поет, звонят в дверь, звонкий голос, звон колоколов. Какой частью речи является каждый из однокоренных слов? Зелень травы. Что? Зелень. Существительное. Зеленая листва. Какая? Имя прилагательное. Зеленеют. Что делают? Глагол. Грустное. Какое? Имя прилагательное. Грусть. Что? Имя существительное. Грустно. Как? Наречие. Грустить. Что делать? Глагол. Звонко. Как? Наречие. Звонят. Что делают? Глагол. Звонкий. Какой? Голос. Имя прилагательное. Звон. Что? Имя существительное. По каким признакам мы определили эти части речи? Мы определили эти части речи по вопросам и потому, что обозначают эти слова. Выпишите словосочетание с именами прилагательными. Их здесь немного. Зеленая листва, запятая. Грустное настроение. Звонкий голос. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.